Физические свойства магнитов издревле являются предметом пристального изучения. Многие возможности магнитных полей уже известны, некоторые еще не раскрыты. Магниты широко используются в самых разных сферах деятельности человека. Их свойствами уже давно интересуются медики. Уже в Древнем Египте, Греции, Индии и Китае магниты успешно применялись для лечения самых различных заболеваний. В разные времена к их целебным свойствам прибегали врачи европейских монархов и знаменитостей. Применяла Клеопатра, носила магнитный браслет для сохранения своей молодости, красоты, здоровья. Применяли древние целители, шаманы, знахари различные. Применяли представители народной медицины Китая, Востока, то есть Японии. Вот я хочу привести вам пример, что мы были в Пекине, в центре тибетской медицины, это государственный центр в Китае. И там применяется очень успешно магнитотерапия. В 50-е годы 20-го столетия японские врачи описали синдром дефицита магнитного поля, который заключается в том, что люди, испытывая дефицит магнитной энергии, то есть снижение магнитного потока через тело человека, приходят в определенное патологическое состояние, комплекс симптомов, который и был назван этим синдромом. Эти симптомы общеизвестны. Усталость, нарушение сна, изменения в артериальном давлении, расстройство внутренних органов. Именно магнитная терапия способна исправить положение. Магнитотерапия является абсолютно естественным и безвредным методом коррекции здоровья. Одевая магниты, мы восстанавливаем нормальные свойства крови, реологические свойства, то есть улучшаем микроциркуляцию крови в мельчайших сосудиках, улучшаем доставку кислорода, улучшается процесс реполяризации клеточной мембраны, повышается активность ферментов, гормонов, повышается интенсивность биохимических процессов самой живой клетки. То есть не принося ничего чужеродного, никаких химических препаратов, чуждых нашему организму, а только восстанавливая естественное магнитное поле, магнитный поток через тело человека, мы восстанавливаем тот уровень необходимый, уровень биохимических процессов, который присущ живой клетке.